Сегодня мы будем рисовать миньона. Первое, что нам нужно, это сделать форму миньона. А вы, ребята, сначала подпишитесь на меня, на наш канал. Вот такое очертание героя у нас получилось. Теперь рисуем миньону ручки и ножки и размещаем туловище, линию делаем. Здесь вот посредине. Такую вот. И вот здесь. Здесь у нас ручки будут. И ножки. Теперь изобразим миньону глаза. Сначала рисуем небольшие. Теперь нарисуем очки. Ремешок очков будет идти параллельно линии. Теперь нарисуем глаза персонажу. Смотрите, с помощью рисования глаз вы можете передать характер персонажа. Хитрый миньон очень загадочно щурится. Для того, чтобы передать это смешливо хитрое выражение, делаем веки снизу широкими, а верхние следует изогнуть и придать им форму дуги. То есть вот так вот рисую в форме дуги. И снизу вот так. Важно отличие. Зрачки у хитрого миньона должны смотреть на соседа. То есть вот здесь вот в сторону мы делаем. Они туда будут в сторону смотреть. Также еще этот глаз рисую. Здесь мы хорошо прорисуем рот миньона. У хитрого героя он должен иметь вид несимметричной улыбки. Вот начинаем делать с линии, вот отсюда рисовать.
Теперь нарисуем нашим героям одежду. Нашему герою миньону. Нарисуем комбинезоны, в которые они одеты. И здесь такой карман. Делаю специальную штриховку, вот такие линии по краям одежды миньона. На брюках еще один сделаю. В кармане еще нарисуем вот такой рисунок. Я вам покажу, как у меня получился. Теперь нам осталось разобраться с менюшкой. Меню у нас желтого цвета, так что красим желтым.
Я остался только обидеть, он разукрасить. Ну, у нас будет голубой. Теперь карманы разукрасим. Такой вот у нас, ребятки, миньончик получился. Подписывайтесь на наш канал.